Грефф показывает. А там этот герой Советского Союза Дахновский Тарас Федорович. Я твоего деда знал. Он меня обнял, поцеловал, и все, и пошли. Я говорю, я не один, вот отец стоит, говорю. Он сослуживец, однополчанин моего деда, они вместе воевали, а это значит, вместе воевали, в одном окопке лежали, морс с одного казака ели. Ради этого я приехал в дань уважения однополчанина моего деда. Вот. До 7 тысяч километров привез, законы не нарушаю. Она, как бы, вот память должна быть остаться. Тем делом, которым он занимается, конечно, это энтузиаст человека. Человек, который поднимает патриотическую тему, особенно важную на сегодняшний день. Я считаю, что это миссия, когда человек на свои средства ездит, ищет, устанавливает памятные таблички. И он ведь собирает материал не только о своем деде, да? Он собирает материал о всех наших земляках. Сегодня прозвучала цифра 74 человека с Кяхтинского района. Ну, я только аплодисменты ему и благодарность.